короткий обзор по Пушкинской даче. В общем, вот сегодня любовалась, мамина розочка распускается, ароматная такая, я сегодня несколько веточек сорву. Вот там клубника спеет, крупняк, ну-ка, наверное, против солнца не видно. Ну, в общем, тут все висит. Это вот ту, которую мы с Надюшкой в прошлом году сажали. Она под тяжестью вон там падает прям на землю. Вот, вчера немножко собрала, но она такая средней спелости. Короче, поспевает. Вот тут уже ирисы отцвели. Водосбор тоже. Вот не знаю, кстати, у мамы есть вот такой цветочек или нет. У меня вот такие колокольчики нравятся. Они такие классные. Правда, их тля заедает. Но я это побрызгала. Немножко вон уже турецкая гвоздика распускается. Тут наш любимый охранник сидит. Ну вот красная смородинка только-только начала поспевать. Но не, через недельку, может быть, уже будет готова. Хотя я думаю, что попозже можно будет ее собрать. Ну, ягодки относительно так нормально. Вот. Что тут еще? Вот у меня тут флоксики разрослись. Там вот вдалеке дельфиниум поспевает. Тут вот эти высокие, забыла, как это называется. Мама, надо спросить. Вот. Сюда посадила эту орхидею сибирскую. Пусть тут растет. Смородина тут посаженная тоже подрастает. И вот интересная малина, которую мы в семенару купили. Она очень какая-то крупная, сразу ягоды видны, вон ярко выраженная. Но вроде как это ремонтантная малина. Это геракл. Ну, что-то не знаю, на геракла мало похоже.